Дорогие друзья, ульяновцы, уходит очень тяжелый 20-й год. Этот год стал для нас годом испытаний. Многие из нас потеряли работу, здоровье, близких. Мы слышали много негативных новостей, много читали, но этот год заканчивается. Я надеюсь, я уверена, что следующий год будет лучше. И мы услышим много хорошего, и в нашей жизни случатся новые победы, новые успехи, новые достижения, и мы будем лучше, и мы будем вместе. Я желаю вам здоровья, благополучия и, конечно, спокойствия. Я желаю нам всем хороших новостей.